На выставку Ван Гога водил меня Серега. Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня у меня культ-поход. Я иду на выставку Ван Гога. Это официальная выставка музея. Где-то вот тут это у нас все значится. Но чтобы попасть на выставку, нужно выстоять очередь. Аргентинцы любят стоять в очередях, и для них это вполне обычное дело. В апреле и мае месяце в Буэнос-Айресе можно было посетить иммерсивную выставку, посвященную великому голландскому художнику. Говорят, что за свою жизнь Висент Ван Гог продал всего одну картину, но эту выставку, которая объехала уже полмира, посетили миллионы любителей искусства. На этой выставке можно было попробовать руками абсолютно все, и вообще можно было абсолютно любыми способами взаимодействовать с его известными картинами. И это единственное официальное место, где хранятся письма, которые художник написал своему брату Тео. Итак, идемте и с головой погрузимся в жизнь и творчество великого художника. Познакомившись на экране с кратким историческим экскурсом жизни Ван Гога и его семьи, начинается постепенное интерактивное погружение в реалии жизни художника, от серых и темных красок и далее по нарастающей. Абсолютно все на столах можно было потрогать. Уголок «Почувствуй себя Ван Гогом». Здесь посетителям предлагается создать рисунок с помощью перспективной рамки, подобной той, которую использовал сам Ван Гог. Он сам научился этому ремеслу и неустанно практиковался всю жизнь, используя карандаши и мелки.
На длинном столе, как в мастерской Ван Гога, лежат листы, карандаши, стоят зеркала, чтобы посетитель мог попробовать сделать свой собственный автопортрет и поэкспериментировать с цветами. Посидеть в золотом стоге сена в Орле на юге Франции. Нас сеновали я и моя Маша. Я пизанка. Понятно? Я тут... как там было? Ну что, приходи сегодня на сеновал. Приду. С кузнецом. А кузнец нам зачем? Ну а как же? Без кузнеца. Современные форматы выставок художников проходят по новым канонам. У меня уже было видео о потрясающем сэмпле о жизни и искусстве Фриды Кало. Кто не видел, листайте мои видео. Такая подача помогает привлекать соприкоснуться с великим и молодежь. Выставка, где много мест для селфи, где можно все потрогать, пощупать, самому во всем поучаствовать, где можно подключить все 6 своих настроек, чтобы с головой окунуться в жизнь и творчество художника и послушать его мысли. И снова почувствуй себя художником. Точное воссоздание знаменитой спальни в Арле приглашает вас лечь, попозировать и почувствовать себя частью картины на некоторое время. Прикосновение разрешено, уточняют таблички возле кровати. Я на кровати Ван Гога.
тот случай, когда у вас есть возможность зайти прямо в картину. Несколько 3D-репродукций представлены были на этой выставке. Ощущения невероятные.